Наши новости в прямом эфире в студии Наталья Немогай. Добрый день. Политика Запада приближает мир к опасности большой войны, в которой победителей не будет. Об этом сегодня заявил президент. Во Дворце независимости чествовали выпускников высших военных учебных заведений и высший офицерский состав. На людей в погонах особая надежда государства. Современные вызовы обязывают объективно оценивать обстановку и противостоять им. Меняется не только мир, меняются способы ведения боевых действий. Век высоких технологий, зачастую именно интеллект становится главным оружием. Причем острый ум достоинство не только офицеров, но солдат и сержантов. События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине. Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется, через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные крестоносцы из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска на восток, забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. Представителем высшего офицерского состава Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора. Поддержка человека в погонах и модернизация вооруженных сил останется незыблемой частью политики государства, заверил президент. Дополнительный шанс. Сегодня стартовали резервные дни для сдачи централизованного тестирования. В этом году дополнительные испытания выпали на 12, 14 и 16 июля. Возможностью могут воспользоваться абитуриенты, которые не смогли сдать экзамены в основные дни по уважительной причине. В этом году их более 1000. Сегодня тесты пишут по всем предметам на базе 6 вузов. Сертификаты основного этапа ЦТ абитуриенты начнут получать с 14 июля, а те, кто пишет тестирование в резервные дни 21-го. Витебск погружается в атмосферу фестиваля. Сегодня на Славянский базар приезжают участники детского музыкального конкурса. В этом году он проходит в 20-й раз. Вечером юных вокалистов ждет жеребьевка. На улицах города больше музыки, кипит подготовка к самому важному музыкальному событию. Репетиции в режиме нон-стоп. Организаторы обещают множество сюрпризов. Для молодежи подготовили новую сцену возле концертного зала «Витебск». Здесь пройдет танцевальный open-air. Сцена летнего амфитеатра стало еще больше, и уже установлен первый рекорд базара по скорости приобретения билетов. На выступление Дениса Мацуева их разобрали в течение 15 минут. Концерты, спектакли, уличное представление. Жить в ритме фестиваля Витебск будет до следующего понедельника.